господа, я думаю, что многим из вас знакома эта ситуация, когда вы приходите в машину холодным днем, садитесь, заводите ее и хотите чуть-чуть тепла, чтобы нам сдул теплый воздух, вам было комфортно, можно было расстегнуть куртку и чувствовать себя человеком. Но вместо этого, независимо от того, какая температура выставлена на климате, у вас из воздуховода дует холодный или чуть теплый воздух. Причина в забитом радиаторе печки. И в этом видео я расскажу вам о том, как сделать из такого дня вот такой. Странный ракурс, но сегодня у нас ни разу не кулинарное шоу, хотя на самом деле кажется, что, судя по антуражу, все именно так. Ну, да, действительно, мы сегодня будем готовить, примерно как в сказке «Каша из топора», только в нашем случае сегодня у нас будет сказка «Каша из радиатора», а если быть более точным, суп. Что мы имеем? Мы имеем штатный радиатор от Peugeot 308. Вот такая вот штуковина. Нахрена нам его варить? В общем-то, это резонный вопрос. Отвечаю. У него достаточно мелкая, мелкосеточная, мелкопористая структура. То есть вот эти вот горизонтальные трубки, они со временем забиваются шламом, известью, осадками, окислами, да всем чем угодно. Иногда герметиком. Но в случае, если с герметиком, то тут уже ловить нечего, проще выкинуть и купить новый. Но в большинстве случаев именно у этого радиатора проблема в том, что именно трубки, они забиты. Забиты накипью, ну и прочими производными продуктами системы охлаждения. То есть там свернувшийся антифриз, если вы когда-то разбавляли его чем-то, еще что-то делали подобное, все это оседает здесь. Трубочки очень тонкие, и, к сожалению, с течением времени они забиваются. Первый признак этого – то, что у вас мерзнет пассажир. Не вы, а именно пассажир. Потому что радиатор стоит, грубо говоря, сейчас сориентируюсь, он стоит вот так вот, и ваша половина – это, половина пассажира – это. Когда происходит засорение, начинается, оно всегда начинается с самых дальних трубок. И, соответственно, у вас вот отсюда начинается потихоньку меньше ток антифриза. Следовательно, пассажир начинает мерзнуть, потому что его сторона климат-контроля не успевает справляться, не может справляться, да и, в общем-то, и нечем справляться с холодом. То есть ему в ноги, в лицо, везде начинает дуть холодный воздух. Проверить это очень просто. Включаете печку на максимум и двумя руками проверяете разницу температур. Не суть. Итак, то есть в данном случае стандартная промывка не поможет. Что будем делать мы? Для начала мы пойдем сейчас и посмотрим, как ведет себя данный радиатор просто при промывке горячей водой. Как видим, вода разбрызгивается, отсюда еле-еле вытекает. Что мы будем делать сейчас? Сейчас мы берем вот такое вот чудо-средство. Называется лимонная кислота. Открываем. И аккуратненько засыпаем немного его в сам радиатор. В радиатор его засыпали, точнее ее лимонную кислоту. Сейчас мы заполним кастрюльку водичкой, нальем в сам радиатор немного воды и прокипятим. Собственно, воды налили, кастрюлю и плиту включили на подогрев. Ждем. Причем, обратите внимание, воды, в принципе, здесь только наполовину радиатора.
Почему так? Почему не полностью? Просто потому, что нижняя часть у него забита наиболее полностью. Это первое. А второе, то, что нагретая жидкость снизу все равно будет поступать вверх. То есть нам не нужна огромная кастрюля для того, чтобы вскипятить этот несчастный радиатор. Но я хочу сразу, забегая вперед, сказать одну вещь. Лимонная кислота, она неэффективна. Если быть более точным, она крайне малоэффективна. И сейчас, по сути, это только предварительная промывка. А дальше мы воспользуемся вот этим вот секретным средством. Что это за средство, естественно, я расскажу просто чуть-чуть попозже. Сейчас пока посмотрим эффективность лимонной кислоты. Вот, собственно, наша кастрюлька с радиатором и закипела. Сейчас внутри происходит реакция. Лимонная кислота потихонечку убирает накипь, чтобы потом мы смогли его окончательно промыть. Сейчас это кипение будет происходить где-то минут 5-10, после чего последует первая промывка, и мы посмотрим, сколько гадости и какашек всяких вышло из этого радиатора. Итак, прошло полчаса его кипячения. Самые внимательные из вас заметили, что у нас появилось ведро с холодной водой. Это нужно не для чего-то там особенного и какая-то техническая хитрость, а просто для того, чтобы донести радиатор отсюда до ванной. Потому что иначе в руках я его не унесу, он очень горячий, мокрый и не самое приятное ощущение создает. Скажу честно, за это время я в него высыпал еще полпачки лимонной кислоты. Ну, на вкус это... Ладно, это не смертельно, но вот то средство я пробовать так не буду, но это уже несъедобно. Но суп получается вкусным. Аккуратненько перекладываю, ой-ё, аккуратно перекладываю эту дрянь отсюда сюда. Надеюсь, он мне ведро не расплавит, скотина. Включаю теплую воду на максимум. О. Ну и вот так вот, наверное, его подставляю. Поток воды виден. Ну и, собственно, сейчас вот на дне, если присмотреться, мы видим немножко шлама. Но его, к сожалению, совсем немного. То есть то же самое и в ведре. Сейчас могу вылить ведро сюда. Ну, какая-то взвесь есть, безусловно. Но я бы не сказал, что ее много. Следовательно, этот эксперимент не очень удачный. Для чистоты его сейчас повторю. Но это не особо поможет. Ты же слиться будешь. Кстати, имейте в виду, вот когда будете переносить, чтобы вас домашние не убили, делайте вот так, просто потому что у него в сотах очень-очень много воды. Итак, вернулись, помещаю его снова кипятилку. На этот раз я его прокипячу и оставлю еще на 30 минут, чтобы лимонная кислота еще чуть-чуть подействовала. Хотя я, честно говоря, в это не верю, но в интернетах вот пишут то, что это вот так. Вот так надо делать, так надо мыть, так надо кипятить. Имха — это бред. Но чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, давайте сделаем. Это мое время, для вас это займет пару минут. Погнали. Прошло еще полчаса, и снова с нами наш друг ведро. Повторяем ту же самую процедуру. Погнали. Видим то, что на этот раз почти никакого шлама не вышло. Это значит, что нужно переходить к следующей части. Ну и практически финальная часть. На самом деле будет еще два прогона, но уже почти все. Сейчас я вам покажу наше секретное оружие, если это так можно назвать. Это вот такая вот бутылочка.
принципе, она может быть абсолютно любой. Это преобразователь ржавчины. И самое главное, он на основе ортофосфорной кислоты. То есть сейчас увидите сами эффективность. Очень аккуратно откручиваем крышечку. Стараемся никуда не разлить, потому что это нормальная кислота. И вот на пол, на руки пиди дышать этим вообще никак не стоит. И очень аккуратно заливаем. Далее доливаю просто воды. На этом пока все. Уходим на очередные полчаса. Блин, мне ведь самому интересно. Я вот сейчас на это смотрю, зрелище, конечно, фантастическое. Все бурлит. Я думаю, что даже с этой камеры будет видно, оно просто пытается вылезти оттуда все. Оно пытается прочиститься и стать свежим и новым. Ну, просто это что-то с чем-то. Я думаю, что даже, наверное, в данном случае я ограничусь не получасом, а минут 10 максимум, и даже не доводя до кипения, потому что это уже дичь какая-то. Ну, собственно, даже 10 минут я не стал ждать. Прошло около 7 минут. Сейчас я вам покажу эффект. Это будет действительно просто что-то вот такое вот. Собственно, после промывки вот такая вот гадость в ведре. Здесь все уже чисто. Радиатор прогревается практически идеально во всех плоскостях. И вода проходит теперь так вот. Сейчас покажу. То есть очень хороший поток. Что так, что так. К сожалению, все как всегда на видеопроизводстве. В самый последний момент у меня выключилась GoPro-шка. Видимо, не стоило ее так часто погружать в воду. Она все еще работает, но именно в тот момент сказала «Инна» и прекратила запись. Ведро я вам показал с кучей шлама. На дне там на самом деле все по большей части слилось. Но сейчас я устраиваю последнюю, четвертую контрольную промывочку. В этот раз я буду использовать, опять же, лимонную кислоту. Почему ее? Просто потому, что она мягкая. Сейчас уже все самые жесткие загрязнения мы вымели ортофосфорной. И, точнее, фосфорной кислотой, если быть более точным. И теперь вот эта вот штука, она, кстати, очень хорошо по ему поможет. Плюс она его точно не убьет, потому что если вы зальете баночку вот эту вот всю в радиатор, у вас не станет радиатора. Точнее, физически он немножко останется, но в целом он будет напоминать одну большую дырку. Если это вам надо, то, пожалуйста, вперед, только им. Если не надо, то чуть-чуть много ее, потом чуть-чуть ее и снова много ее. Ну, немного, пакетика уже хватит. Еще хотел сказать пару слов, пока это все кипятится, о мерах предосторожности. Во-первых, обязательно должна быть включена вентиляция, вытяжка во время выполнения всех этих процедур. Лимонная кислота – это не страшно. Фосфорная – это яд. Его нельзя пить, глотать, есть. Крайне нежелательно, чтобы она попадала вам на руки, потому что даже сильное воздействие лимонной кислоты может вызвать у вас ожог. Ну, если вы в концентрат там руки запихнете. Вот. Вот эта вот штука, она пострашнее будет, поэтому ни в коем случае. Точно так же, а еще раз, не проглатывать. То есть после того, как вы выполнили вот эти вот все дикие операции, все это кипячение, вас там дома, из дома выгнала жена, от вас сбежали дети, кошки, хомячки, домашний рыб тоже сбежал, обязательно вымыть все, к чему вот эта вот дрянь прикасалась. То есть, естественно, саму посуду, всю рабочую поверхность, раковину, в которую вы это выливали, в раковину обязательно, если вы это выливаете туда, разбавлять огромным количеством холодной воды. Это, конечно, отлично прочистит засоры, вот вам лайфхак небольшой, но это совершенно не полезно. Точно так же необходимо вымыть ванну, душ. Все это должно потом после вас блестеть. Если вы это не готовы делать, не делайте так. Просто не делайте. Идите и купите новый радиатор. Он стоит сейчас... Ну, сколько он стоит? Я, кстати, вот это я просто для видео уже делаю.
А я себе поставил новый радиатор, просто потому что так быстрее и удобнее. Плюс у меня остается резервный радиатор промытый, который, я, когда тут забьется, я тут сниму, этот точно так же быстро поставлю. Ну, и можно будет их, им устраивать ротацию. Вот, то есть просто идете и покупаете. Стоит он в районе 7 тысяч. То есть если вы не готовы соблюдать меры безопасности, это в ваших интересах. То есть, ну, что мне еще сказать? Мне нечего сказать. Пошел драить ванну хлоркой, мылом, содой и прочей дрянью. Собственно, я решил чуть-чуть отступить от сказанного ранее и добавил в лимонную кислоту еще немного ортофосфорной кислоты для того, чтобы показать вам, как это выглядит на выходе. Сейчас она прокипела. Я думаю, что минут 20 она кипела. Она бурлит до сих пор, это слышно. И сейчас я все-таки постараюсь сделать так, чтобы GoPro не отказала. И вы увидели, что выходит из грязного и уже, кстати, мытого радиатора. Вот уже четвертая промывка. Больше я промывок делать не буду, это опасно для него. Да и, в общем-то, и мне уже не хочется. Он достаточно промыт. Но вы должны увидеть это. Достаю и кладем. Полилась гадость. Включаю теплую воду. И смотрите, какая прелесть. Ну, кстати, грязи практически сейчас нету. И вода идет отлично. То есть она, обратите внимание, она уже не выливается отсюда, хотя я прижимаю не полностью. А вся идет отсюда. То же самое и наоборот. Камера, похоже, немножко запотела. Но сейчас мы имеем идеально чистый радиатор. Поставлю вертикально. В итоге идеально чистый радиатор и стоимость всего этого удовольствия в районе 200 рублей. Включаю горячую воду, подношу сюда, нижняя часть холодная, ой, горячая, верхняя часть горячая, радиатор равномерно горячий. И теперь холодненькую, а то руки уже не держит. Теплая, прохладная. Прохладно. Весь радиатор равномерно и нагревается, и остывает. Чего, что, в общем-то, и требовалось. Точно так же и если обратно втыкать. Холодный. Холодный. Теплый. Горячий. Горячий. Все, руку держать. Вот эту руку держать не могу. Господа, вот мы его и промыли. Получили практически идеальный чистый радиатор за примерно 200 рублей. Ну, наверное, чуть больше, хотя вот это вот стоило 90 рублей и 4 пачки лимонной кислоты по 25 рублей 100 рублей. Ну, 190 рублей, ну плюс дорога, да, это было сложно, я нога ходил, гора шатал, ладно. Ну, не суть. То есть 200 рублей, получаем чистый радиатор, который нам несет тепло. А особенно зимой это не просто тепло, это счастье, потому что вот они вот все вокруг, вот они мерзнут, кутаются, им на голову летит мокрый мерзкий снег или еще лучше мороз, особенно московский мороз, минус 30 градусов. Я жил на севере, там минус 30 это... Ну, это нормальная погода, в школах при минус 27 уже не учатся, но я абсолютно спокойно в минус 30, минус 35 ходил, катался на лыжах, потому что он там не чувствовался. В Москве минус 30 – это ты просто умираешь. Огромная влажность, ужасная, и вот эта вот штука вас спасет. И в итоге вы будете счастливы. Ну, а дальше вы просто берете промытый чистый радиатор, идете, ставите его на машину. Единственное, не забудьте поменять уплотнительные колечки, которые стоят, может быть, рублей, ну, может быть, 20, может быть, 100, чтобы у вас ничего не вытекло. А больше никаких нюансов там и нет.
господа. И вот, наконец-то, мы промыли радиатор печки, принесли его назад, поставили в машину, залили новый антифриз. И теперь, садясь в машину холодным, мерзким, зимним или осенним днем, у вас будет всегда солнечно, тепло и классно. Спасибо вам за то, что вы смотрели это видео. Огромной вам удачи. Подписывайтесь на канал, жмите палец вверх и пока.